ЧП в Израиле. В Тель-Авиве задержан подозреваемый в осуществлении взрыва возле Министерства обороны страны. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух около часа дня в четверг в самом центре города. Согласно данным следствия, взрывное устройство привел в действие находившийся поблизости мужчина на мотоцикле, которого удалось сразу же задержать. Полиции уже сообщили, что взрыв, вероятнее всего, является не террористическим актом, а результатом криминальных разборок. Целью нападения был глава одной из местных криминальных группировок Нисим Альперон, которому и принадлежал взорванный автомобиль. Сам он, по некоторым данным, вместе с супругой вышел из машины за несколько минут до взрыва. На место происшествия прибыли десятки автомобилей полиции, противопожарной службы и скорой помощи. Пострадали около 10 человек. До конца дня все они будут выписаны из больницы.